Пилоты самолета компании «Аэрофлот», который был захвачен на пути из Сургута в Москву, рассказали о своих действиях в нештатной ситуации. С того момента, как летчикам стали известны требования угонщика, они не прекращали связь с землей, доложили АЧП в Центр управления полетами авиакомпании и сразу же начали поиск ближайшего аэропорта. Пассажиры до момента приземления не знали о происходящем. Пилоты объясняют это тем, что такая информация может вызвать панику на борту. Получены были рекомендации от органов внутренних дел через диспетчеров, что не стоит предпринимать попыток о его задержании самостоятельном. По моим данным, пассажиры чувствовали себя комфортно, абсолютно спокойная обстановка. Некоторые из пассажиров, как мне известно, стало позднее. Не все до конца понимали, что происходит. Я считаю, это хорошо, что у нас получилось создать такую обстановку, чтобы это не вызывало панику на борту.